Правоохранители Харцизска возбудили уголовное дело в отношении 33-летнего жителя поселка Горное, который сначала пригласил даму к себе в гости выпить чего-нибудь горячительного, а после, пока знакомая спала, стащил у нее планшет, золотую цепочку и сережки. Гаджет полицейские разыскали и уже вернули доверчивой харцизянке. А вот ювелирные украшения гостеприимный хозяин успел продать. Теперь мужчине грозит тюремное заключение сроком до 5 лет. Всего же за прошедшую неделю сотрудники городдела полиции зарегистрировали 14 сообщений о преступлениях. Помимо 2 краж, в сводку попали 6 случаев причинения телесных повреждений и 3 преступления, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Истории, прямо скажем, не блещут новизной. В одной из них 33-летний харцизянин распивал спиртное в центре города, припрятав в куртке бумажный сверток с марихуаной. Выкурить косячок не успел, попал в поле зрения полицейских и в итоге был задержан. Кроме того, правоохранителям удалось обнаружить и ликвидировать в Харцизске очередной наркопритон. Сотрудники сектора по борьбе с незаконным оборотом наркотиков выявили в центре города квартиру, где 34-летний ранее судимый харцизянин регулярно готовил ацетилированный опий, который сам же и употреблял. Оперативники изъяли предметы и средства для приготовления так называемой ширки, а также медицинские шприцы с остатками наркоманского зелья. Хозяину наркопритона светит 4 года лишения свободы.